Ой, ребятки, сегодня я хочу с вами поделиться секретами красоты и молодости. И не только с девочками, но и с мальчиками. Потому что если девочки ходят к косметологам, делают страшные инъекции, то мальчики не ходят. Но им тоже хочется быть красивыми. А нам, девочкам, хочется, чтобы мальчики были красивыми, чтобы кожа у них тоже была гладкая, чтобы их было приятно созерцать и целовать. Вот. Я делаю массажи лица с 30 лет. Раньше у меня был другой приборчик, советский. Сейчас у меня вот такой приборчик более современный. Цена его примерно 2700. Я его маленько усовершенствовала. Тут жесткая насадка. Я одела сюда толстый махровый носочек. И в качестве одноразовой насадки у меня целлофановый пакетик. Вот. Этот великолепный приборчик разглаживает все морщинки, как утюг. Налаживает кровообращение, достает все полезные вещества, с притоком крови выносит их на поверхность. И лицо будет такое же красивое и сияющее, как у меня. Ну а выглядит это примерно так. В общем, сеанс массажа длится примерно 20 минут. Ну, по желанию, если у вас есть время, вы можете его делать и 40 минут, и больше. Курс массажа – это обычно 10 дней в месяце. Но опять-таки, если у вас есть время, и вы прям сильно себя любите, то можете делать массаж каждый день. Лицо вам за это скажет только спасибо. Всем любви, красоты, добра и позитива. С вас лайки. Ну и можно написать комментарий. Мне будет приятно.